Мы от наших партнеров очень много ждем, очень много требуем. И от нас партнеры очень много ждут и требуют. И мы в этом смысле просто берем на себя ноши непосильные. Вот. Поэтому, может быть, главный совет состоит в том, что понять, что для вас самое важное в вашем партнере и в ваших отношениях с ним. И это беречь просто как аленький цветочек. Если вы заинтересованы в том, чтобы с другими людьми у вас были хорошие отношения, но вы просто должны исходить, на мой взгляд, из того, что вам нужны эти хорошие отношения с этими людьми, а не из формальных ценностей. Да? Я дружу с человеком не потому, что есть ценность дружбы, и поэтому друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот он что значит настоящий друг. Нет, я исхожу из того, что есть люди, которые мне дороги, я о них забочусь. Ну, как бы, друг он, не друг, что это такое вообще, да? Есть важность для меня кого-то. И это никуда не девается. Ну, как бы, я считаю, что мы с вами социальные существа, нуждающиеся в большом объеме живых, полноценных, насыщенных, эмоционально сильных социальных контактов. Мы прежде всего должны понять, с чем мы в себе имеем дело. Потому что приносить в отношения свой невроз, свои неоправданные ожидания, свои какие-то вот комплексы, да, вот, это что значит? Это изначально эти отношения делать бог знает какими.